Хора, ты чего? Какой у нас месяц обалденный. Твои любимые. Что-то он у меня под это... подведает, что ли. Все мокрое. Все поливаю. Наверное, очень сильное солнце. Вот это забыла, как называется. Варикоза. Эти еще работают. Уже время не 8. Добрый, прекрасный пятничный вечер, мои любимые. Снова хотела попробовать постримить. И никак. У нас сейчас 28 градусов тепла. Самая классная погода. Слышите? Цикады. И божественный месяц. Жаль, что его не видно. Я пытаюсь сделать порезче, а он вообще расплывается. Хорита туда, на ту сторону, уже не ходит туда, потому что там в нее кидаются. А она вот здесь только гуляет. Чучуни! Чучуни! Пацан лежит, не хочет идти. Девчонки тоже, она их позагоняла, вон там выглядывают с дивана. Там прячутся. Чучуни! Они очень сытые, поели всю свою еду. И мамину, там вон миска. И тут свою. В общем, еле дышат. Или дышат. А я сегодня целый день сижу, слушаю обалденную музыку. Послала и друзьям ВКонтакте некоторым. Они говорят, почему такая какая-то... Кто-то говорит тревожная, кто-то говорит грустная, кто-то говорит тяжелая. А мне так нравится вообще. Юлька молоко принесла. Красота! Взяла? Тепленькая еще. Тепленькая? Дай потрогаю. Что подоили? Дай-ка я потрогаю. Хорита радуется молочку. Радуется молочку. Реально теплая еще. И лепешечку принесла? Да. Реально, она только-только надоили. Оно еще теплое. Класс. Супер. Молочко прямо из-под коровки. А что ты еще принесла? Кетчуп? Угу. Класс. Радуется. Мамочка пришла, Хорина. Мамочка пришла. Молочка принесла. Месяц такой красивущий, мои любимые. Мне бы его вам показать, но никак. И полное небо звезд. Их тоже, к сожалению, не показать на моем телефоне. Раздолбанном. А я зато дам вам сейчас эту песню послушать, которая мне очень нравится, хоть немножко. У меня, конечно, отключат. Дай телефончик, пожалуйста, на минутку. У меня, конечно, отключат монетизацию, наверное. Но мне пофиг. Мне главное, чтобы вам было хорошо в этот волшебный предвыходной вечер. Я верю, что вам всем хорошо. А с этой прекрасной музыкой станет еще лучше. Сейчас, секундочку найду. Очень-очень-очень люблю вас, мои хорошие. Харита. Харита. Слушаем музыку. Хора. Сейчас я вам название покажу. Вот так называется.
работать с камерой, с моей. Вот для меня как будто новый воздух, я не знаю, очень нравится. Правда, очень-очень-очень-очень нравится. Что-то вот есть, вообще не хочется. Наверное, от жары, я не знаю. У меня раньше такой в Питере был жор. Я могла целый день что-то есть, 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 есть. Так, знаете, как на автопилоте. А сейчас то ли какие-то энергии другие идут, то ли у меня что-то изменилось в организме, я не знаю. Мне вообще не хочется есть. Я сегодня немножко, там, не знаю, так, жменечку съела, мюсли. Вообще без ничего. Без молока, без воды, без ничего. Просто так сухое взяла, там, не знаю, пару ложечек чайных. Вот. А утром пила чай с мятом, с мятой и с лимоном. Черный чай обычный. И даже так понимаю, что мне даже не хочется и чая самого, а просто вот ту же травку, вот как там мята, ромашка, еще что-то. Вот. Есть. Вот Юлька притащила лепешку. Я ее не буду есть. Она вчера принесла батон горячий своей работы. И оставила тут на столе. И пошла в душ. А я что делала? А, я ходила за водой вечером. По воду. В колодец. И хорост тащила. Представляете? Этот батон. И мы не можем его найти, куда она его унесла. Она где-то его зарыла. О, тетюня. Кушают опять. Молочко. Опять кушают молочко. Только выдоенное. А где третья? А где это, как ее? Мишель. Кушать. Мишель, тетюня. О, прибежала. Вот такой трилистник. Тройняшечки наши любимые. Мои хорошенькие, кушкают. Мне сегодня Иночка говорит в WhatsApp. Говорит, они у тебя уже как эти, как беременные рахитики. Хватит их кормить. Нет, они растут. У них через час-два вообще нет ни животов, ничего. Потому что они бегают и растут. И им надо для роста. Все витаминки кушают они вообще нормально. Немного щенки даже чаще едят. Вот. А мы их кормим сколько? 3 раза. И между кормлениями там немножко что-то тоже даем. В общем, не закармливаем нормально. Они замечательные, здоровые щенки. Так что вот. Ниночке больше всех нравится мальчик. Не знаю, Томми. Не нравится, что я назвала его кефиром. А мне кажется, прикольно. Почему нет? Захочет хозяин, этот пастух, перезовет. А не захочет, так пусть кефир будет. Почему нет? Хотя я его и львом называю, Леон. И кефиром. Ветерок шумит. Цикады. Так красиво.
смотрят. Все, они уже наелись. Не бегут. Облизывают ротики. Все в молочке. Это мальчик. О, благородная отрыжка. А там Мишель. Мишель! Зараза, не хочет он в темноту вообще снимать. Давай, телефончик. Не хочет. Иди на свет. Вот. Иди на свет, Мишель. Моя солнышко. Моя хорошенькая девочка. Пришла на травку писать. Молодец. Там Хариточка ходит. А тут персик. А там кефир. Любимчик Нины. И мамочка пришла. Вот Ниночка, видишь, она и сыночка любит, вылизывает. Не только персика. Так что не переживай. Ее ласки хватает для всех. Всем волшебного вечера. Да, персик? Да, персик? О, пришла к своей любимице.